далее, что я прикупила, тоже никогда не обхожу стороной и всегда покупаю. Это, когда вижу, конечно, это вот такой вот шампунь с экстрактом череды от фабрики «Свобода» «Балет». Шампунь на нейтральной основе обеспечивает эффективный уход за волосами любого типа. Входящий в состав шампуня целебный экстракт череды оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие на кожу головы. Шампунь подходит для ежедневного применения. Как результат, волосы ухоженные, шелковистые и здоровые. Нанести нам мокрые волосы и помассировать. Вот взяла такой шампунь. Беру всегда. Он в маленьком объеме, 76 грамм. Вот такой вот шампунчик. Ничего плохого о нем сказать не могу. Как вижу, как попадается на глаза, всегда беру. Такого бальзама не было. Бальзам взяла вот такой желтковый к нему. Бальзам-ополаскиватель абсолютно для любого типа волос. Также от фабрики «Свобода». Не так, он содержит ингредиент яичного масла, лецитин, богатый витаминами А, Д, Е и минеральными веществами. Способствует оздоровлению, укреплению волос, придает им мягкость, блеск, питает. Содержит какой-то антистрессовый протеиновый комплекс, который защищает волосы, кожу головы от агрессивного воздействия окружающей среды. Использовать также на вымытые волосы, наносим, через 1-2 минуты смываем. Всегда, вот когда вижу такие тюбички, всегда стараюсь взять. Многие, наверное, уже ими пользовались, поэтому ничего нового я вам о них не скажу. Все остальное можешь в пустых баночках. Взяла вот такие два геля для душа Dove. Гель для душа Dove очень люблю. Очень нежный, кожу не сушит мою. Покупала и буду покупать. Беру их уже довольно-таки давно. Раньше был такой, не знаю, есть сейчас огуречный. Мой просто самый любимый был с любимым запахом. На этот раз я взяла глубокое питание и увлажнение. Дав. Запах просто обалденный, пахнет очень нежно. Ничем таким, никакими цветами не пахнет. Просто какой-то, как у всего мыла Дав, своеобразный запах. Вот. Содержит какие-то увлажняющие компоненты, обогащенные липидами. Просто тоже очень такой неплохой. И второй тоже Dove, обаяние нежности, увлажняющий питательный крем-гель для душа. Очень понравился запах. Тут масло ши и пряная ваниль. Очень пахнет и ванилькой, и чуть-чуть, и вот этим маслом ши, которое также, как мы все прекрасно знаем, как пахнет это масло ши. Вот взяла попробовать такие два геля для душа. Давно, кстати, их очень не брала, но раньше брала постоянно. Следующее, что я взяла, это был вот такой вот шампунь. Беру первый раз. Какая-то французская формула, Гариньер. Все вы прекрасно знаете, вышли вот у них такие шампуни Ультраду. Запах просто меня убил. Запах очень вкусный. Просто обалденно пахнет лаймом. Я даже не знала, что тут содержатся какие-то цитрусовые. Написано, что сила 5 растений. Вот, и когда я только... Он для всех типов волос. Без силикона и парабенов. С натуральными экстрактами. И когда я повернула и почитала, что в составе. В составе зеленый чай и цитрон. Вот, как раз цитрон. Я так и поняла сразу, что он не просто какой-то, знаете, очень боялась его брать. Думала, раз вот эти 5 растений, там травы какие-то, думаю, будут пахнуть какой-то хвоей. Терпеть запах хвои я не могу. Вот как особенно пахнут, куда вот эти кедр добавляют в крема для ног. Но не устояла, взяла этот шампунь, понюхала. Посмотрите, какая у него интересная крышечка с листиком. Очень интересная крышка. Такой вот. Крышечка сделана в виде такого листика. У нее открывалочка. Вот. Просто не устояла, взяла. По запаху, думаю, абсолютно не пахнет никакими там хвойными вещами. Тут содержится эвкалипт, крапива, зеленый чай, цитрон, вербена. Пахнет абсолютно потрясающе.
описано, что просто настоящий целебный отвар для всех типов волос. Первый раз беру, буду пробовать, потом скажу вам свое мнение по поводу этого шампуня. Так, далее что я взяла? Прикупила себе, это вот такой вот дезодорант Камей, тоже никогда не брала, взяла попробовать первый раз, сразу же выкинула, как я делаю со всеми дезодорантами, отсюда крышечку, он такой в стике, решила попробовать в стике, чтобы он пахнет довольно нежно, свежо, написано 24 часа, дезодорант антиперспирант с ароматом искрящегося винограда. 24 часа. Я, конечно, на эти цифры все 24 часа, там 2 недели, 2 месяца, сколько можно не мыться, помазал этим дезодорантом, и можно 3 месяца, наверное, не мыться. Я на эти числа, на эти цифры абсолютно не обращаю никакого внимания. Все мы с вами понимаем, что мы моемся гораздо чаще, чем 2 месяца, да, раньше, не знаю, есть же сейчас дезодоранты, раньше были дезодоранты, было написано 24 часа, 7 дней в неделю, вот вы можете не мыться, намазались, и от вас будет приятно пахнуть. Вот, взяла такой вот дезодорантик, не знаю, буду пробовать, буду смотреть, также первый раз беру. В Ашане тоже не устояла, я тоже считаю, что дешевые продукты не всегда плохие, нисколько не пожалела. Взяла вот ихнюю такую серию каждый день. Это у нас ашановский продукт. Сервис клиента. У меня не хочет камера вообще сегодня. Вот сервис клиента. Это ашановский продукт. Ашановский дезодорантик. Ихняя каждый день. Взяла попробовать. Также у них указано 24 часа 50 мл. Пахнет очень свежо. Какая-то нежная защита. Написано, что без спирта и парабенов, не оставляет следов на одежде, не знаю. Но по запаху, вот такой вот он шаричек, абсолютно шикарный по запаху. Он абсолютно не мажется. Просто прекрасно, вот тоже мне подошел, впитывается в кожу. Абсолютно не пожалела, что взяла такой дешевый дезодорант. Пахнет просто свежестью, какой-то какими-то листиками, свежей травкой. Чем-то таким. Очень приятный оказался дезодорант. Абсолютно не пожалела, что его взяла. Вот такой вот. Довольно-таки дешевый. Где-то в районе 30 рублей, наверное, стоил. Так, далее, что я взяла. Не могу пройти мимо масок для лица. Взяла вот такие две маски для лица Skin Light. Постоянно тоже ими пользуюсь. Не прохожу мимо, беру. На этот раз у меня вот такая очищающая маска на основе грязи Мертвого моря минералы. Тут две масочки, одна и вторая, вот так их надо отрезать, и на два раза как бы получается. Это у нас маска с минералами, она успокаивает, смягчает, глубоко очищает, содержит соли Мертвого моря, коралловую воду и натуральные экстракты. Вот такая вот крем-маска. Они абсолютно разные. Есть маски, есть какие-то распаривающие. Это у меня вот крем-маска. Есть маски-пленки, есть какие-то грязевые маски. Есть разные-разные от Skin Light. Я знаю, что такая еще вроде подружки продается фирма. Вот. Также наносится на 15-20 минут. Смывается теплой водой. Вот эта масочка. Мне они очень нравятся. У меня была с какими-то фруктами. Еще с чем-то там. Никогда не прохожу их мимо, всегда себя балую. Единственное только что, когда отрезаете, открываете, она очень плохо, вот неудобно она выдавливается из этого пакетика, поэтому я не люблю всякие пробники. Надо куда-то выдавливать, я выдавливаю ее на крышечку или на силиконовый ковричек маленький. И тогда уже оттуда наношу и распределяю по всему лицу, потому что одной рукой давить, одной рукой держать, для меня это, конечно, неудобно. Вот такая прекрасная минеральная маска. И вторая маска, которую в этот раз я взяла, это была вот такая маска-пленка для глубокого очищения. Это огурец у нас. Написано, что глубокое очищение, увлажнение, отшелушивание, экстракт огурца. Вот такая вот маска-пленка. Тоже тут две штучечки. Пленку от Skin Light еще не брала. Буду пробовать. Вот. Также
оставляете на 15 минут, наносите, оставляете на 15 минут, она высыхает. И написано, потрогайте маску на лице, если она не оставляет следов на пальцах, то ее можно снимать. Очень так интересно, конечно. Очень интересные. Снимайте маску медленно сверху вниз, то есть от нижней ее границы, осторожно отделяя края маски от кожи. Если на коже остаются частички маски, споласкивайте ее водой. Ну, очень все подробно написано, как ее наносить, как ее смывать, как ее трогать. Так что я думаю, я не запутаюсь в этом. Вот. Буду пробовать эту маску прекрасную. Также они что-то в районе вроде 40 рублей. Вот, чтобы не соврать, беру их в Ашане. Или в Атаке они тоже у нас есть. Что-то где-то в районе 40-50 рублей эти маски стоят. Не смогла пройти мимо, купила уже себе. Это у меня уже третья банка. Вот такое натуральное сибирское мыло для бани от травы и сборы агафьи. Тут 37 трав. Она в очень большом объеме, 500 мл. Это мое самое любимое натуральное сибирское мыло. Я за него отдам, как говорится, пол жизни. Тут в составе просто какое-то дикое количество, вот как и написано, натуральных ингредиентов. Там и алтея, и какое-то и овсяное молочко, и сосновая живица, и мыльный корень, и какая-то солодка, и красный корень, и кора ивы, и шлемник, и что тут только нету. И вообще вот этот вот мыло для бани натуральное сибирское, оно даже заслуживает того, чтобы о нем снять отдельное видео, кому интересно. Я потом тогда, может быть, сниму и прочитаю, какой состав, что это означает. Вот такая вот очень интересная у него книжица внутри. Тут все про настои трав, которые содержит это мыло. У нее обалденная просто вот такая пластмассовая защитная упаковка. Он очень воздушный, такой пузырчатый. Я не буду в нем пальцем лазить, вам показывать старый я. Не пойду тоже сейчас за старым. Он не он абсолютно густой. Он просто прекрасный. Я мою им тело, мою им голову. Моюсь им вся. Беру уже не первую и не последнюю банку. Буду брать. И еще вот такие вот брать. Сибирские мыла. Так, следующее, что я купила, это... Ну, давайте я вам расскажу. Взяла такую серию Шаумы, решила попробовать и взяла всю серию. Не устояла, думаю, возьму, буду пробовать все в комплексе, потому что, как вы знаете, лучше такими средствами, если они вот так вот выходят, пользоваться в комплексе. Вот такая новинка, это, конечно, новинка осени, наверное. Вот. Взяла такую новинку, это Шаума. Шаумой я абсолютно не брезгую. Знаю, что кому-то Шаума не нравится, мне Шаума нравится, покупаю ее уже много-много лет. Беру и с травами, и у них была какая-то тропическая, такая в оранжевой упаковке. Все беру. Это у них крем-уход с маслом органа, питательный крем-шампунь взяла. Буду пробовать. Пахнет абсолютно очень вкусно. Запах мне очень нравится. Конечно, у Шаума, мне кажется, больше запах химический, чем натуральный. Написано, что борется с сечением, запаивает кончики, содержит масло орган и ваниль. Подходит для ломких и секущихся волос. Вот такой вот прекрасный шампунь. Возвращает утраченный протеин, восстанавливает поврежденные волосы, уменьшает их ломкость. Волосы становятся более эластичные, послушные и блестящие. Шаумой, повторюсь, я не брезгую. Для моих волос Шаума подходит. Если... прихожу в магазин, если ничего не хочется, просто хватаю Шауму с полки и все. Также взяла от Шаумы, от этой же серии, крем-уход с маслом органа, питательный бальзам. Питательный бальзам, кстати, шампунь у нас в объеме 380 мл, а питательный бальзам в объеме 200 мл. Также абсолютно он все то же самое, легкое расчесывание, запаивает кончики волос, борется с сечением. После
мытья головы. На 1-2 минуты наносите этот бальзам, споласкиваете волосы. Тоже масло органа, ваниль против сечения, какой-то глубокий уход. И не побрезговала, тоже взяла маску. Такая маска уход, тоже, как говорится, 1 минута. Крем-уход с маслом органы. Все то же самое, борется с сечением, запаивает кончики. Содержит масло органы, ваниль. Практически до 100% меньше ломкости волос. Для ломких и секущихся волос. Вот так. Написано, что действует после одного применения. Еще не пользовалась. Буду пользоваться этой серией во всем ее таком разнообразии, во всем объеме. Шампунь, маска, бальзам. Буду пробовать, но не думаю, что будет что-то страшное, потому что мне все шампуни Шаума, вся продукция Шаума довольно-таки нравится. Мою голову не портит. Если не портится, соответственно, значит, можно этим пользоваться. Следующее, что я прикупила, забежала в подружку, не устояла, купила себе лак для ногтей от Essence, вот такой вот из серии Color Go в оттенке 135. Он просто стал моим любимчиком. У него просто безумная, обалденная кисточка. Вот такая просто лопата, а не кисть. Во всех лаках такую кисть. Она просто прекрасно наносит лак, прекрасно распределяет. Прям даже не знаю, что делать. Вся обзавидовалась этой кисточкой. Очень хочется, чтобы и во всех других лаках были такие кисточки. Взяла себе вот такой вот маленький, одну штучку. Тут объем, наверное, 8 мл объем, да, маленький. Это мой первый и единственный лак от Essence. Вот выбирала, взяла, смогла себе позволить. Вот так вот он выглядит на ромашечке. Сейчас я вам покажу. Вот такая прелесть, с такими блестюшками какими-то, просто прекрасными. Вот такой он просто обалденный, как крышечка, смотрите. Вот так, просто стал моим самым-самым любимчиком, любимчиком из любимчиков. Вот следующее, что я прикупила и разочаровалась, это были вот такие вот восковые полоски для лица, для депиляции лица. Это от Флорисана, они с алоэ вера. Тут 20 штук, я уже попробовала, купила их где-то примерно месяц назад, попробовала одну штуку, очень разочаровалась. Нанесла на верхнюю губу, все делала по инструкции, как написано. Тут вот такие, сейчас я вам покажу, достану. Здесь находится бальзам после депиляции. Ничего этот бальзам не делает, как тут написано, он должен успокаивать. Вот, сейчас почитаю. Крем-гель баланс, замедляющий рост волос для ухода за кожей после депиляции. Тут содержится ромашка, алоэ веры, которые должны успокаивать кожу, предупреждать возникновение раздражения после процедур депиляции. Абсолютно никакого, ничего оно не предупреждает. Мне кажется, у меня раздражение стало еще больше. Тут содержатся вот такие вот полоски, которые надо растереть в руке и нанести на зону на лице, где у вас повышенная волосатость. Вот. Я все сделала по инструкции, как там и написано. Намазала этим бальзамом, еле отодрала эту. Сейчас я вам покажу. Вот такая, это ее надо растереть. И вот такие тут получатся две бумаженцы. Вот две бумаженцы с самим этим составом. Вот как видите, он очень липкий. Я ее еле отодрала от своей верхней губы. Вот, испробовала, называется, намазалась этим еще бальзамом, у меня было страшное раздражение, во-первых, весь воск остался на лице, я не могла его, все это липло, не могла его ничем смыть, никакими тониками, ничего, было ужасное раздражение, целый месяц ходила с болячками на лице, просто какая-то ужасная штука. Больше клеить на лицо себе ничего не буду. Вот. В Эйвоне выходит крем. Попробую крем. Ну, у меня не особо повышенная волосатость на лице. Ну, просто очень захотелось попробовать.
Ну, не знаю, вот этой боюсь, конечно, воспользоваться. Тут подробная инструкция, как там одним движением удалять эту полоску, как мазаться лосьоном, как удалять остатки воска с помощью салфетки. Я абсолютно ничем этот остатки воска стереть не могла, ни салфеткой, ни руками, ни лосьонами, ничем. Очень эта штука мне, конечно, не понравилась. Может быть, я ей как-то неправильно пользовалась. Ну так, больше не куплю, куда эти 19 штук девать, я, конечно, не знаю. Следующее, что я прикупила себе, это была вот такая прекрасная штучка. Это ультраувлажняющая маска перчатки для рук с овсянкой. Сделана тоже по каким-то новейшим разработкам, новейшим в виде перчаток. Устоять не могла, вчера ее использовала, хотела вам показать все, но... Использовала ее вчера, буду рассказывать вам о ней в пустых баночках. Написано, что интенсивно увлажняет, содержит овсянку, масло ши. Тут тоже подробная инструкция, как ее использовать. Написано, что даже имеет лучший эффект, чем после хождения в какие-то салоны. Я оставила вам после использования эти перчаточки. Вот так вот выглядят эти перчатки. Вот. Они... очень из какого-то интересного материала. Там у них внутри тканевый материал. Все это было пропитано кремом. Пахло это все просто обалденно. Я 30 минут держала руки в этих перчатках и не могла нанюхаться. Вот такие две обалденные перчатки. Руки на самом деле стали какие-то более бархатные, какие-то шелковистые. Я бы не сказала, что они гладкие, но они стали какие-то шелковистые. Ну, подробнее расскажу вам или в отдельном видео, потому что также этот продукт достоин, мне кажется, отдельного видео. Это от Skin Light. Или в пустых баночках тоже все вам расскажу. Очень интересные перчаточки, которые я обнаружила. Следующий продукт, тоже который у меня всегда должен быть, и я опять себе прикупила, это вот такой крем для депиляции, замедляющий рост волос. Беру себе его уже много-много лет. Они есть. Они продаются в Ашане, Вельвет. Абсолютно разные есть. Там этот для волос, плохо поддающихся депиляции. Когда не хочется брать бритвенный станок, просто мажу. Волосы удаляют прекрасно. Вот беру, у меня всегда лежит там такой тюбик. Такой интересный тюбик. И с таким ножичком, с такой лопаточкой, чтобы удалять все гадости. Вот такой вот. Стоит недорого, в районе 40 рублей, что-то такое. И далее, последнее, что у меня осталось, это я забежала в аптеку и чисто случайно прикупила себе вот такой вот аквапилинг-крем. Объем 75 мл. Я уже за месяц его весь измазала. Крем просто обалденный. Написано, заживляет трещины, устраняет утолщенную огрубевшую кожу, сухие мозоли. Эффект за 7 дней. Крем достоин также отдельного видео про него, рассказа. Крем просто обалденный, очень мне помог. Чисто случайно, абсолютно случайно прихватила его в аптеке. Стоил он 180 рублей. Вот, наносить на проблемные участки кожи утром и вечером. Вот, после полного выздоровления кожи применять по необходимости. Крем просто обалденный, может, сниму о нем даже отдельное видео и расскажу вам про него. Девчонки, спасибо, что посмотрели мои две части моих покупок. На этом, пожалуй, все. Ждите еще мои видео. Спасибо вам, спасибо за то, что подписываетесь и смотрите меня, уделяете мне свое время, уделяете время моему каналу. Спасибо вам огромное, до свидания. Ждите дальше видео.